ошибки да. не было. Начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Пензенской области. Вот. Государственный обвинитель по делу. Волошин Владимир Михайлович. В настоящее время суд оглашает описательно-мотивировочную часть приговора. До конца он не огласил ее, поскольку приговор довольно-таки большой, объявил перерыв. Завтра будет продолжать оглашать приговор. Из оглашенного стало ясно, что суд переквалифицировал первый эпизод, в котором обвинялся бывший прокурор города Энгельса Зубакин, с получения взятки на мошенничество. Ну, окончательное решение суда будет понятно после оглашения им результативной части приговора. Сколько уже успел зачитать судья? Суд проанализировал доказательства по первым 6 эпизодам. Да, в дальнейшем будет анализировать по остальным эпизодам доказательства. Но опять я говорю, окончательный вывод суда о признании его виновным и назначении наказания будет ясен только после оглашения результативной части приговора. Скажите, вы из Пензы, да, приехали в Саратов. Почему? Объясните, да, что не может прокурор, да, местный? Нет, просто... Или почему? Ну, почему вы здесь вместо... Ну, это для камеры обязательно. Ну, почему? Нет, объясните, что там такого. Ну, создана группа государственных обвинителей, в которую вошел и я, и сотрудники Генеральной прокуратуры. Ну, в настоящее время поддерживаю обвинение я по указанию заместителя Генерального прокурора. Спасибо. Спасибо большое. Постойте, пожалуйста.